Всем привет-привет, вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Королевство Коротышек. Я открыл сундуки, и сейчас мы посмотрим в арсенале, что нам дали. Так, а дали нам немножко. Так, нет, получается, 7-го уровня у нас есть. Давайте по шляпам посмотрим. Так, 6-й уровень. Так, 4-й. Так. 5-й уровень. О, подожди, 5-й уровень, 5-й. А вот смотри, у нас 6-й, 7-й уровень, 8-й уровень. И будет сейчас 9-й новый предмет у нас. Офигенная, очень красивая шлем. Очень красивый шлем. Очень красивая шлем, хотел сказать. Так, ну что ж, у нас лучница. Сейчас мы посмотрим, что у нас есть интересное у лучницы. Так, лук 5-го уровня. Так, 6-го, 7-го, 8-го и 9-го уровня. Офигеть! Офигенный красивый лук. Смотри, как будто огненные такие крылья. Здорово. По шляпе. Так, сейчас мы попробуем скрафтить. Так, ну все, у нас уже ничего не получается. По шляпам, к сожалению, ничего. Так, ну у нас остается, естественно, наш волшебник. Ну, по волшебнику посмотрим. Ага, 7-го уровня шляпа. Так, к сожалению, мы ничего больше не можем скрафтить по шляпам. Так, ну по посоху. По посоху тоже. Мы остаемся пока ни с чем. Ладно, ну что ж. Проходим. У нас, в принципе, шлем очень красивый у нашего рыцаря. Нам добавляет, естественно, защиту. Так, ну что ж, идем в бой. Так, интересно. Так. Опять этот, смотри, злодей. Так, давай, у нас призрака. Так, мечом бьем. А, у нас этот опять... Кабанчик, который малоэффективный такой. Откуда он вылез-то? Кабанчик мне вообще не нравится. Так. Ага. А почему у нас... А мы что-то лучницы давали? Интересно. Мне кажется, мы ничего лучницы такого нового не давали, что... А, мы сделали же, скрафтили новый лук. Все понятно. Поэтому и получился кабанчик-то этот. Так, ну здесь, в принципе, ничего сложного нету. Мы сейчас... Победим эту лучницу гоблиновскую. Так, и здесь у нас дальше. А, все, мы делаем вот так вот. Хорошо, красиво. Кабанчика. Давай, давай, кабанчик. Да, лучницу сейчас. Лучницу сейчас убьют. К сожалению. А, все, лучница мертва. Остается у нас один волшебник. Давай, волшебник, давай. Все, мы сейчас попробуем. Нет, смотри, отходит. Ты мне шляпу возьми, шляпу. Вот, давай, две шляпы. Замечательно, молодец. Так, дальше. Ну, этого мы должны победить, наверное. Сейчас посмотрим. А, нет, хотя, смотри, он какая кувалда, смотри, все, разлетелся наш волшебник и полетел череп. А, черепушка наша. Ну, мы смотри, сколько находки там. У нас находки-то хорошие. Сейчас посмотрим. В арсенал заходим. Смотрим, что мы можем здесь сделать. Так, по мечам. Ничего интересного, к сожалению, нету. Так, волшебник. Что у нас тут по волшебнику? А, нет, смотри. Нет, мы только шляпу, только одну 6-го уровня сделали, и все. Угу, ничего такого нету. Ладно, продолжаем играть. Так, в бой. Идем в бой и смотрим, что у нас здесь интересного нового будет. Так. Давайте, ребятушки, давайте попробуем. Так, ждем второй уровень. Так, запускаем нашего призрака. И, я думаю, кабанчика можно пустить. Так, ну а также можно... А, нет, подожди. Нет, все, мы победили, молодцы. Сейчас ждем меч. Меч, супер меч. Давай, ждем. Есть, давай, супер меч. Хорошо, и мы побеждаем. И сейчас делаем вот так вот. Вызываем кабанчика и стреляем из большого лука. Так, этого, в принципе, мы сейчас быстренько завалим, все хорошо. Так, следующий у нас. Так, о, здесь эти мощные. Так, ух ты, мне в этот меч подобрать бы для нашего рыцаря. Ой-ой-ой, подберем мы или нет, интересно.
Ох, о, да, и сундучок, сундучок, сундучок. Круто, 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 круто. Сундук, меч, шлем. Вообще здорово. Так, этого мы сейчас победим. Ага, давай, волшебник, давай, давай, стреляй, стреляй. Еще стреляй. Есть. Еще один меч. Шестого уровня. Нифига себе, круто. Так, ну здесь мы, наверное, навряд ли справимся с двумя вот этими амбалами. Так, даже если мы выстрелим, ничего не будет. Да, нас убили, к сожалению. Ну что ж, заходим в арсенал и смотрим, что у нас тут есть интересного. Так, шляпа. Так, ну, в принципе, и все. Меч. Вот, шестого уровня. А, седьмого уровня. Отлично, у нас будет новый меч. Круто, я поздравляю вас всех. Какой офигенный, красивый, голубой, синий, такой серенький меч. Офигенно, круто. Так, а что у нас тут с лучницей? Тоже ничего мы пока не можем здесь собрать. И здесь тоже мы собрать особого ничего не можем. Ладно. Ну, это уже хорошо, что мы можем, что у нас дополнительно что-то добавилось. А добавилось у нас новый меч. Это очень круто вообще. Он долго-долго ждал. А, ну в принципе здесь вот эта вот защита, которая не особо такая, она и сильная. Нам это не особо ничего не дает. Попробуем мы сейчас кабанчика. Ну, в принципе, мы не будем сейчас кабана этого запускать. Мы подождем сейчас. Да, мы сейчас в следующий раз. Да, мы сейчас кабанчика выпустим. Давай, кабанчик. Давай, отодвигай их. К сожалению, нашего рыцаря убили. Так. Рыцарь вообще, не знаю, ненадолго его хватает. К сожалению, это рыцаря. Так, дальше идем. Так, смотри, опять этот обезьяна-то эта большая. Так, мне бы вот этот посох бы взять, а? Так. Ну, не знаю, блин, мы слишком далеко от посоха отошли. Мы уже не дойдем до посоха, к сожалению. Так, давай кабанчика и стреляем. Ой, как бы забрать мне посох. Ну, хоть шляпу взяли. О, все, посох взяли. Хорошо. Так, стреляем. Так. О, все, убили нашу лучницу. Так, остался у нас один, один, один. Ой, может быть мы сможем вот так сделать. А, давай, давай, стреляем. Сейчас мы их победим. Победим. Давай, давай, давай. Давай, волшебник. Есть. Победа. Круто. Победили. Так, ну что ж, опять в бой отправляемся. Ну, мы прошли уровень, это очень здорово, очень хорошо. Так, следующий уровень тоже очень интересный. Так. Ну, этих мы и так победим, в принципе, они не сильно сложные, я думаю. Так, мы сейчас мечом возьмем, ударим их. Есть. И мы сейчас сделаем себе защиту. Так, защита есть. Так, ну, в принципе, этого несложно победить. Так, есть посох. Посох берем. Так, сейчас вот кабанчика. Давай, кабанчик. И стреляем, стреляем, стреляем. Опять нашего рыцаря убили. Ну что ж. Так, а здесь нужно вот это, короче, мощную такую штуку сейчас поставим. Так, стреляй, 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 лучница, давай, давай. Так, кабанчика будем сейчас вызывать? Нет, давай подождем немножечко. Так, о, диадема интересная. О, так, давай кабана. Так, давай выстреливаем. Сейчас сделаем вот так вот еще. Какие же они сильные, смотри, а. О, последний, последний у нас кто будет там? А, два таких плохиша. А, к сожалению, наша лучница погибает. И теперь наш бедный волшебник пытается их убить. Не знаю, как получится или нет. Нет, не получилось. Волшебника убили. Волшебник на 34 уровне находится, а лучница на 32. На 29 всего лишь. Рыцарь, ты чё? Алё. 29 уровень. Это очень слабо. И ты слабее всех. Так, заходим в арсенал, смотрим. Тут ничего нет. Так, ну что у нас с этим волшебником? Так, диадемка. Седьмая, восьмая. О, у нас будет новая шляпа.
Офигеть, корона даже. Красиво. Так, а что у нас тут? По посохам у нас ничего не получается. Никак, к сожалению. Так, по лукам тоже тут ничего интересного нету. Ну ладно. Ну что ж, отправляемся. У нас волшебник еще сильнее стал. Еще сильнее, еще с защитой. Эх, попробуем, попробуем. Не знаю, получится, не получится на этот раз. Мне кажется, навряд ли. У нас сразу же убивают нашего рыцаря. Он очень слабый. Так, сейчас мы возьмем меч 7 уровня. Это очень классно, здорово. Так, ну этого, в принципе, легко. Сейчас мы убьем его. Так, в принципе, тут не сложно. Сундук, вообще круто. Так, кабанчик. Кабанчик быстрее. Защита, меч. Меч используем сразу же. Потому что наш рыцарь, он ненадолго здесь у нас. Сейчас его опять прихлопнут. Так, стреляем, давай, давай. О, давай, рыцарь. Все, рыцаря. Все, рыцаря нет, к сожалению. Так. Есть. А он, кстати, еще промахивается, да, вот этот горилла. Он нас не, сейчас не ударило. Так, берем кабанчика и стреляем, наверное. Давай. Получится. И еще нужно нам выстрелить. Так, ну давай еще вот этим будем стрелять. Хотя я хотел подождать, но я вижу посох, его нужно подобрать. Так, и здесь два таких обычных амбала, да? Мы, может быть, даже их и победим. Хотя, может быть, и не победим, но постараемся. Вот, мне нужно вот этот лук взять. Есть, давай. Ой, забирай, все, забрали. Вообще луков много. Ух, сейчас зайдем, посмотрим. Так. Арсенал открываем и смотрим, что у нас интересного. Так, здесь меч 7 уровня. Ну, у нас, в принципе, ничего такого и нету интересного. О, может быть, мы попробуем лук собрать? 8 уровня лук. Да, но немножко не хватает до 9. Да, ну ничего. В следующий раз, я думаю, в следующий раз у нас получится собрать. Так, ну, то есть ничего интересного нету. Так, вот здесь, может быть, соберем посох. 5, 6, 7. 8, ну чуть-чуть не хватило до посоха 9. Ладно, ну что ж, ссылка под видео, ссылка на плейлист с прохождением под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось видео, пишите комментарии. Всем пока-пока.